селениях Итагурово-Цхинвальского района состоялись конные скачки, организованные в рамках праздничных мероприятий в честь 165-летия со дня рождения великого Кустаха Итагурова. Организатором скачек выступил отдел по делам молодежи и спорта администрации Цхинвальского района при поддержке конно-спортивного клуба Южной Осетии. Состязания проводятся второй год подряд. Мы хотим день города, парад, наши праздники. Олкамдар, шамай участвовать к нам. Кацелна город разморозно, что это же интересно и красиво. Махара грогай бодем бахал, кацелай фастама ворзен. Махишан маличный бах, таймана уже два года, два бахмана ди. Ортека гирон нудю ройстун. Ну, увлекаюсь очень сильно. Скачки прошли в два этапа. Лошади проскакали дистанцию в 1,5 километра. И несмотря на мягкую почву после недавнего дождя, справились с ней прекрасно. По итогам первого этапа скачек с участием породистых лошадей бронза состязания была определена за Сусланом Загоевым. Вторым пришел всадник Аслан Плиев. Первым финишную черту на породистом кабардинце по кличке Джигит пересек Азамат Плиев. Вторым этапом прошли местные скакуны в том же количестве. Бронзу состязания выиграл наездник Вадим Гаглуев. Второе место, серебро соревнований, было определено за Эдуардом Кукоевым. А победителем этапа скачек с участием скакунов местных пород стал Сармат Хасиев. Победители и призеры конных скачек были награждены кубками, медалями и грамотами. Молодец. Поздравляем. Победитель забега Азамат Плиев увлекается лошадьми с детства. Знает про них буквально все. Несмотря на молодой возраст, Азамат – наездник со стажем. Он постоянный участник и призер многих конных скачек. Улучшить результат организаторы и наездники конных скачек намерены при первой же возможности. Они считают, что такие соревнования надо организовывать почаще, привлекая больше внимания к этому виду спорта. Эльвира Тибилова, Альдина Чхоева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня.